культурных организаций. Дружба и братство разных народов помогли выстоять в самые тяжелые военные годы. Боя сражались рядом воины Волги и Дона, Урала и Кавказа, Приморья и Сибири. Северных областей страны на фронт поставлялось оружие и продовольствие. Эшелоны с ранеными и эвакуированными направлялись в Среднюю Азию. В годы войны все народы стали одной семьей. На стене Рейхстага